ясно. И пошел, блядь. Зацепил я кобылу и решил отодрать. Мою... Мне так в глазах она прекрасной была. Я прижал ее тело, застонала она. Как прекрасная, блин. Это вчера было, да? Значит, что, ну, и сказала кобыла, тебя я люблю. Но пришла... Ну, пошла весна, и я убью. Блин, ну и... Бля, что-то я слишком... Да лучше про инопланетян, давай, как они дрочат. Давай, как инопланетян дрочат, лучше расскажи. Давай, расскажи. Забавная история случилась со мной. Забавная история произошла со мной, и я нанялся вместо всему этому виной. Зачем я это сделал, все никак я не пойму. Но в общем, вышел подрочить на полную луну. Я на скамейку сел и только расстегнул штаны, как тут что-то непонятное всплыло с вышины. Я от волнения сразу кончил прямо на носок, а странная хуевина уселась на песок. Я от волнения только растирал глаза, как палец поди, за ним соседская коза. И, блядь, давай, и вот на... Ну, блядь, на... Блядь. Сейчас. И вот... И вот насрал себе в трусы я. И вот... Стал говно. И вот налился люк. Я вовсе отпрел, но я подумал, это ж глюк, ёп. Но адское создание ко мне спустил свист. И член мой, любимый, обмяк и сифалист. Хоть он инопланетянин был каков, почти как мы. Но гордо поднимался хуй за место головы. А после я смеялся, ну какой же я дурак. Ну, ёпта. Ведь буду гуманоид, друг, а думаю, я то враг.